Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добро пожаловать в Good Night Club. Сегодня мы поговорим о таком понятии, как институт брака. Что такое брак, что он дает, чего лишает и нужен ли он сегодня. Я предлагаю обсудить это прямо на этой сцене, потому что дома обсуждать такие вещи опасно. Для всех тех, кто еще не знаком с прелестями семейной жизни и для тех, кто познал их уже в полной мере, на сцене клуба «Муж с двухлетним стажем» Бекир Мамедиев. Ваши аплодисменты. Слушайте, я женат, и моя жена тоже крымская татарка, и несмотря на все стереотипы про мусульман, у нас нет такого, что она должна только стирать, убирать и готовить. Нет, 21 век, она должна еще работать, да? Сейчас так. Это шутка. У нас в браке нет такого, что у женщины нет никаких прав. У нас все так же, как и у вас. Прав нет у мужчины. Понимаете, хотя у нас в народе так не принято, понимаете? У нас в народе вот все по дому делает женщина. И вот мы были в Крыму, что-то во всей этой патриархальной атмосфере я тоже забылся. Начал указывать жене, мол, убери со стола, принеси чай. Потом мы приехали в Киев, я получил по башке. Да? Потому что в Киеве, если ты захотел чай, то ты идешь и делаешь чай. Да? Если она захотела чай, то ты идешь и делаешь чай. А бывает такое, что ты хочешь чай, спрашиваешь у нее, она не хочет, ты идешь, делаешь чай, приходишь, оказывается, она тоже хочет чай, да? Реально, нет никаких прав тут. И я вот недавно хотел вызвать уборщицу, ну, потому что надоело убираться в квартире мне, да? Жена даже не собиралась. И я спросил у друга контакты, потому что знал, что у него дома есть уборщица, и оказалось, что у него дома убирает мама его жены за деньги. И я подумал, офигенно разводят мужика, да? Вот я уверен, он однажды вызовет такси, а там ее отец. Несмотря на все это, я считаю, что жениться надо. Вот я женился буквально через полгода после знакомства, потому что я не понимаю те пары, которые долго встречаются и не женятся. Знаете тех людей, вот, которые уже 7 лет вместе, они уже живут вместе, у них двое детей, они встречаются. Вот. Чьи дети говорят, наши родители мутят, вот эти люди, знаете... Вот в зале есть пары, которые встречаются больше года и до сих пор не поженились? Есть такие? Да, вот, молодой человек, как вас зовут? Виктор. А как долго вы вместе? 4 года. Вы умеете морозиться, Виктор? А как долго вы вместе? 3 года. Несчастно, так сказала девушка. А как вас зовут, молодой человек? Ярослав. Ну, 3 года, да? Ну вот она же лучше не станет, Ярослав. Я считаю, что надо быстро жениться. Вот пусть хоть сейчас у тебя будет нормальная жена, понимаешь? Потому что дальше только хуже. Дальше только хуже. Серьезно, и вот это на первом свидании мы стараемся быть хорошими. В первый день знакомства мы максимально хорошая версия себя, понимаете? А дальше будет хуже. Это, знаете, на первом свидании все идеально. Ты шутишь, она смеется. Идеально. Потом это все пропадает. Чувство юмора — это не то, что надо в отношениях. Смотри, я вот если со своей сейчас пошучу, когда буду идти гулять с друзьями, там, мол, шлюх позовем, да, то вот можно уже звать, понимаете? Причем неважно, звал ты их, не звал, ты их звал, понимаете? И... Хотя в начале отношений, да, все девушки говорят, важно, чтобы парень был с чувством юмора, важно, чтобы парень был с чувством юмора. А потом через несколько лет в браке эти женщины говорят, Юра, что ты мелешь, Юра, а? Что ты мелешь? Юра такой, уже и пошутить нельзя, уже и пошутить нельзя. Знаете, я считаю, что надо жениться, хотя, ну, многие затягивают сейчас, многие начинают жить вместе еще до свадьбы, знаете, потом расходятся, говорят, мол, было не очень, наверное, в браке тоже будет плохо. Так вот, а кто сказал, что в браке должно быть хорошо? Вот, может, там и должно быть плохо. Может, тебя не зря спрашивают, согласен ли ты, согласна ли ты. Типа, чувак, точно? Да? Распишитесь, свидетели, вы все видели. Я не заставляла вас, я не заставляла. Ну и действительно, ну, может, там и должно быть плохо. И вот наша задача просто найти того человека, с которым будет хорошо, когда плохо.
Понимаете? И как нашел, нужно сразу жениться. Потому что вот любой женатый мужчина в зале, вот любой, скажет, жениться надо. А то что, я один лоханулся, что ли, да? Я... Спасибо большое, хорошего вечера вам. Не будем сбавлять темпа. Еще один семьянин на сцене Good Night Club, но уже с трехлетним стажем. Александр Железняк. Ваши аплодисменты. Парни, поаплодируйте, кто женат. Смотрите, я очень часто задаю этот вопрос и заметил, что по частоте хлопков можно определить, сколько лет ты в браке. И знаете, в хлопках как в сексе, да? Чем дольше вы в браке, тем они реже. Потому что вот это, что что-то нет настроения хлопать. Мы хлопали на прошлой неделе. Слушай, сейчас начнем хлопать, дети забегут. Я женат 3 года, да, 3 года. 3 самых лучших и счастливых года в моей жизни. Моя жена в зале, да. И знаете, существует мнение, что любовь живет 3 года. И я частично с этим согласен. Просто первый год брака, это радость, да. У вас и с планом на жизнь, это просто пососаться на эскалаторе, все. Вам больше ничего не нужно. И первый год в браке, знаете, это... Не только самый легкий год в отношениях, но и самый легкий год в плане подарков. Вы же дарите друг другу просто дичь, да? Помните, любимый, это тебе, ух ты, футболка с нашей фотографией. Спасибо, это тебе, ух ты, кружка с нашей фотографией. Вам кажется, что вы разведетесь только в том случае, если в мире закончатся все предметы, где можно напечатать совместное фото. Все. На второй год, друзья, на второй год уже у нас с подарками возникают какие-то проблемы, да? Потому что ты начинаешь дарить ей дорогие подарки, а взамен получаешь нужные с пометкой «объяснить». Вот тебе блокнот, ты ж сценарист. Вот тебе носки, ты ж ходишь. Вот тебе хайлайтер, ты ж любишь меня, да? И знаете, я понял, что второй год в браке – это когда мужчина впервые задумывается о проститутках. Но не в плане развлечения и удовольствия, да, а с финансовой стороны. Потому что, в отличие от жены, ты реально можешь посчитать, сколько ты тратишь на них в год. Что касается жены, ты никогда не знаешь, сколько ты на нее тратишь, да? Ведь вы, девушки, вы никогда нам не признаете, что сколько стоит. Мало того, когда вас об этом спрашиваешь, в вас вселяется имбецил. А сколько стоит платье? Какое? Которое ты купила? Где? В магазине. В каком? В Заре. Когда? 2 недели назад. А! И каждый из нас, парни, попадал в такую ситуацию, да, которая называется «мне нечего надеть», да? Это такая ситуация, когда девушка стоит и 2 часа тупит в открытый шкаф, где полно одежды. И вот мне кажется, вы, девушки, делаете из нас сумасшедших. Потому что складывается впечатление, что эти вещи вижу только я. И ты говоришь, нечего надеть, вот же красное платье, где ты, короче? Как я уже говорил, да, я женат 3 года, да. И знаете, если раньше я ждал от жены смс «я тебя люблю», то сейчас я жду смс «я на выходных в командировку». И когда тебе приходит эта смс, ты думаешь, ну все, все, она уедет, я приведу 100 тёлок просто, да. Они будут вываливаться из квартиры, как вещи из шкафа, я их буду собирать, запихивать обратно, да. Но по факту ты закрываешь дверь и такой, ну сегодня на ночь можно и не мыться. И знаете, да, 3 года, для моей жены этот период называется «Саша, пора! Пора заводить детей», да? И мы с женой планируем завести детей, да? Кто-то планирует, кто-то вовремя останавливается. Вот. Как бы срывает чьи-то планы не работать, да? Именно не работать, потому что у моей жены фраза «я задолбалась работать и хочу детей» всегда стоит рядом, да? Не то, чтобы она каждое утро «твою мать, 8 часов, я еще не беру». Нет. Нет, такого нет. Но... Недавно смотрели телек, она такая, смотри, это если я сейчас забеременею, я же завтра могу на работу не идти. И знаете, сейчас у меня идет уже, скоро будет 4-й год. Меня предупреждали, мне рассказывали, что там вообще жесть, да? На 4-й год ты должен жене купить шубу, кольцо с бриллиантом, машину. Единственное, что меня смущает, это мне рассказывала моя жена. Знаете, я уверен, что у нее через год это все будет, да, потому что, во-первых, я ее очень сильно люблю, а во-вторых, она сама хорошо зарабатывает, может себе позволит, я не против.
Александр Железняк, спасибо. 3 года солидный, конечно, срок. Но я могу сказать, что даже при моем стаже в браке, да, для меня остается масса всяких загадок. Например, вот почему, если я выпил, то дома скандал и истерика, да, а если выпила она, то дома звонкий смех. А ближе к вечеру романтика, и почему ты не купил свечи, да? В общем, есть еще о чем поговорить и в чем разбираться. На сцене Good Night Club Леша Ральников. Слушайте, у меня очень субъективное отношение к браку, потому что я всего лишь начинающий муж. Ну, знаете, которая, если жена обиделась, он все еще спрашивает, на что обиделась, что не так сделал? Они извиняются сразу, как опытные. Мне это предстоит только. Вдобавок ко всему, я еще и начинающий молодой папа. Ну, да, да. Ничего католического, просто родился ребенок. И ему сейчас... Моему ребенку сейчас 9 месяцев, и эксперты говорят, что в этом возрасте ребенок понимает слово «нет». И учитывая мой уровень заработка, это ему очень пригодится. И вот я совсем недавно в браке, я пытаюсь понять, какие бонусы брака есть. Ну, помимо кольца и упражнений в пассивной агрессии постоянно. Да. И наблюдая за своими друзьями постарше, я понимаю, что чем дольше в браке, тем вкуснее шашлычный маринад. Но грустнее глаза, это минус. Это минус, конечно же. И по себе, я начал сразу меняться, вот когда съехался с женой. Дело в том, что до этого я жил в холостяцкой хате с 2 пацанами. И когда я приехал к жене, правила совсем поменялись. Вот, во-первых, когда пылесосишь, вещи прям надо приподнимать. Как это? Ну, стало недостаточно покрыть просто видимое пространство, как это делают все пацаны, вот, и девушки, когда бреют только ту часть ноги, которая видна в дырке из джинсов. Самое большое испытание было на партнерских родах. Партнерские роды, кто не знает, это когда ты присутствуешь на родах ребенка своего, это важно. Это очень важно. Иначе очень тяжело объяснить жене, где ты был вообще. И партнерскими для меня роды стали, когда мне врачи забыли сказать, чтобы я покинул помещение. А я очень просил. Там мелькало слово «умоляю». Вот, но когда уже пошла движуха, уже стало слишком поздно сказать «честь имею» и свалить в коридор, знаете? Типа, я-то сам по себе интроверт, но тут становится людно, поэтому в коридор. И это были тяжелые роды. Ну, какие легкие роды вообще. Тяжелые роды. И я не знал, как помочь жене. У меня была паника. Я врачей постоянно спрашивал, типа, как помочь? Как ей помочь? Они говорят, говори, чтобы она дышала. Я говорю, ну, охренеть, это... Это весь инструментарий, который мне доверили. Дыши. Просто человек дышит даже без сознания. Насколько я не нужен там был. Ну, они мне могли дать еще раз краску, сказать, не выходи за края, это и поможет, братан, это. И это все наконец-то прошло, это было продолжительно и тяжело, и это все прошло, и в конце, когда родился ребенок, это было просто гамма ощущений. Я плакал от счастья, ну, все в помещении плакали, я плакал от счастья, жена плакала от счастья, ребенок плакал, потому что, ну, вы понимаете, да, Украина, типа... Но на самом деле вот сейчас мне жена говорит, что она периодически скучает за ощущением беременности. Я не понимаю, это же там столько ограничений, там только суеверий вот на голову не налазит. Там, знаете, вот эти дурацкие, типа нельзя подстригаться, пока ты беременна, нельзя вязать, пока ты беременна, нельзя кататься на санках на животе, пока ты беременна. Ну, вот, глупости. И некоторые суеверия, они прям застигают врасплох. Мы как-то ехали в маршрутке, стоя, конечно же, потому что чем она заслужила? Мне на руку сел комар, я замахнулся, чтобы его убить. И тут моя жена говорит, Леша, нам нельзя убивать больше.
Громко, с нотками паники, на всю маршрутку. И вот я задавал вопрос, какие же есть бонусы брака. И вот сам же и дал ответ наверняка, что ну, брак, он может позволить тебе почувствовать себя более мужественным, более чистоплотным, чем ты есть на самом деле. И иногда даже может позволить поехать с комфортом в маршрутке. Да, в тот раз люди выходили из маршрутки спиной вперед, потому что боялись от нас отвернуться. Но оно того стоит, брак того стоит. Спасибо большое, Леша Ральников. Настя Дерская на сцене Good Night Club. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Мне 27 лет, и я не замужем до сих пор. Да-да, для многих людей это проблема, потому что 27 лет — такой возраст для женщины, который идет под грифом «пора бы». А все потому, что женщина после 25 воспринимается как кулинария в сельпу после 8 вечера. Все ждут, что на тебя должна быть какая-то скидка. И это очень обидно, потому что мужчина ровно в том же возрасте воспринимается как птенец, который только собрался вылететь из гнезда. Но если ты женщина, и тебе за 25, тебе вообще другие требования. Ну, к этому возрасту ты должна быть уже вполне оперившейся птицей, которая возьмет под крыло этого птенца и птенцов этого птенца. И вы понимаете, что все это оправдано единственной женской привилегией, то, что мужчины за нами ухаживают какое-то время. Ну и этот... Но эта цепочка значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что сначала ты ухаживаешь за собой, чтобы он начал ухаживать за тобой, чтобы ты в конечном счете до конца своих дней ухаживала за ним. Я в отношениях и в своих отношениях я стараюсь держаться подальше от классического домостроя. Ну, знаете, да, вот эта история, где он добытчик, а она хранительница очага и невыполненных обещаний. Нет. Я не играю в эти игры, потому что знаю, в эту игру женщины проигрывают чаще. Потому что на практике выясняется, что обеспечивать семью — это куда более абстрактное понятие, чем хранить очаг. Ну, смотрите, если мужчина принес форель, он обеспечивает семью. И если принес гречку, он тоже обеспечивает семью. А даже если пришел пьяный и ничего не принес, так это потому что он задолбался обеспечивать эту вашу семью. А грязная тарелка — это всегда грязная тарелка. Причем от гречки ее отмыть значительно сложнее, чем от форели. Нет, я не говорю, что у нас прям все так плохо. Я знаю. Многие мужчины действительно берут сейчас на себя часть обязанностей по дому, ухаживают за детьми, но у нас это до сих пор называется «помогать жене», да? Помогать жене по дому, помогать жене с детьми, ну да, это же не его дом и не его дети, да? Он помогает, мамин помечничок, да? Мамина радость. Я недавно ехала в маршрутке, и зашел молодой отец с годовалым ребенком. И восторг у людей в салоне был такой, как будто он этого ребенка у нас на глазах спас из огня. Там, если бы у кого-то была бутылка вина, и бы начали передавать по салону, говорить тосты за здоровье этого святого человека. И я ничем не лучше, ничем. Ну, я ехала всю дорогу, ну, с таким лицом, как будто свидетелям Иеговы удалось до меня достучаться. И все им восхищались, а это при том, что мы даже не знали, куда он везет этого ребенка. Может, к жене на работу, может, в детдом, да? И, по-моему, это лучший пример того, что у нас женщина с ребенком до сих пор воспринимается как дворник, метущий улицу. Все такие, ну да, ну, это ее работа. Мети усердней, милочка. Мужчина с ребенком — это депутат, который вышел на субботник. Все такие, господи, звоните в ТСН, снимайте на камеру, это ж может никогда не повториться. Я не говорю, что плохо быть в отношениях с мужчиной. Я говорю, что плохо быть в отношениях с обнаглевшим мужчиной. Понимаете? Выражаясь метафорично, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Но дай человеку обнаглеть, и он отдаст тебе удочку, и каждый день будет говорить, а где моя рыба? А что так долго? А моя мама готовила рыбу по-другому. На этом у меня все. Спасибо. Итак, семейная жизнь. Мне
кажется, семейная жизнь, как ее представляют себе молодые люди на основе кинофильмов и рассказов счастливых родственников, она на самом деле оказывается совсем не такой. И в ней много всяких сюрпризов и ловушек. Молодым говорят, да муж добытчик, жена хранитель очага, мы сегодня это уже слышали, совет вам да любовь. Мне кажется, не все так просто. И помимо очага у женщины в браке есть задачи посложнее. К примеру, женщине нужно постоянно удерживать самооценку мужа на очень тонкой грани. Что, дорогой, во всех сферах тебя недооценивают, но при этом в личной жизни ты такой, кроме меня, никому не нужен. Да, и то, что я с тобой, это, по сути, благотворительность, достойная как минимум уважения. Не все пары выдерживают быт, однообразие. Со временем страсть уже не та, и в постели оба начинают лениться. У меня есть рациональное предложение. Я бы вот эти фитнес-браслеты, совершенно бесполезные штуки, да, я бы перепрограммировал так, чтобы они считали, кто из партнеров в постели больше старается. Эти данные могут быть очень важны. Посмотрели на браслеты, сразу понятно, кто выносит мусор, кто моет посуду, да. Набираешь какие-то бонусы, как в сельпо, да, и по итогам года видно, вообще человек на подарок заработал или нет. Измены, да, измены. Говорят, что в любовнике ищут то, чего нет в партнере, поэтому я, когда вдруг вижу маленького качка без чувства юмора, я стараюсь не подпускать его к жене. Да, измена – это проблема, но она понятна, осязаема. Есть и подводные камни в семейной жизни, о которых молодожены даже не догадываются. На моем опыте ничто так не угрожает отношениям, как совместная работа. Я объясню. Первый ремонт в квартире мы с женой делали сами. Вдвоем. И хочу сказать, что никогда за 16 лет наша семья не была так близка к разводу, как в тот момент, когда мы третий рулон обоев уже порезали. Рисунок не совпадает. Там на одном листе у птички на обоях тело нормально, а попа на 2 сантиметра ниже. И все, и семья чуть не распалась, как попа птички, да. И... Вообще, выбрать одного человека на всю жизнь, такие правила достались нам вместе с христианством. Нас не ждут на небесах 72 девственницы. Мне, кстати, всегда было интересно, вот это всем, кто туда попадает, это одни и те же 72 девственницы? Или каждому свой комплект, да? И как, кто они? Это бывшие реальные люди или это боты? Если реальные, то как им объясняют это все? Здесь, на берегу, да. Нам не узнать правды, да? Нам не узнать правды, потому что у нас раз обвенчался, значит, и на земле не разлей вода, и на небе будете вместе. То есть как бы даже смерть не выход. И... Статистика говорит, что у нас постоянно растет число разводов. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не пробовал. Но, как по мне, в основном разводятся по одной и той же причине. По причине зря поженились. Ну, не узнали друг друга как следует, не оказались в тех ситуациях, в которых это может проявиться. Сегодня, чтобы вступить в брак, нужен паспорт, идентификационный код и вовремя сказать «да». То есть, по факту, выбрать человека, с которым собираешься прожить всю жизнь, намного легче, чем купить утюг в рассрочку. Может быть, пора придать новое значение фразе «институт брака»? Создать реальное учебное заведение? Я не говорю про 5 лет. Хотя бы один испытательный год должен быть. И только те пары, что выдержат все экзамены, только они получат право пожениться. Если, конечно, к тому времени не передумают. Селим их в специальное общежитие, и начинаются настоящие проверки из жизни. Как проявят себя их отношения, когда возникнут проблемы, пусть даже самые маленькие. Когда захлопнулась дверь, когда свет отключили, когда в туалете бумага закончилась. Когда он пришел пьяный, когда она пришла пьяная. Она пришла пьяная с подругой. Она вырубилась, а подруге что-то не спится.
Когда она взяла его бритву, когда он забыл про день рождения. Когда ее мама приехала, когда его мама приехала. Мамы приехали одновременно. Его мама приехала, она пришла пьяненькая, да. Мама и дочь напились вместе. Дочь вырубилась, а маме что-то не спится. Да, и в горе, и в радости. Взяли кредит, разбили машину, выиграли в лотерею. Все вместе. Когда футбол, когда ПМС. Когда футбол совпадает с ПМС. Когда она удалила его компьютерную игру. Когда завтра рано на работу, а ее папе прямо вот сейчас и прямо на этой кухне непременно нужно выяснить, наконец, чей Крым. И если вдруг справились со всеми заданиями и по-прежнему вместе, то дипломная работа. Клеим обои. С птичками, да. И пока попа не совпадет, никакой свадьбы. И, возможно, люди по-другому будут беречь отношения, которые достались с таким трудом. Вот такие предложения всем молодым, а тем, кто уже вместе, хочу сказать, или будьте счастливы, или прекратите парить друг другу мозги. Спасибо большое, это был Good Night Club, добрых снов. Добрый вечер. Добрый вечер, рад вас видеть на Good Night Show. Как у нас еще говорят, здравствуйте, да? То есть, как бы, здоровья вам. Просто в языках мира, в других языках, это не так часто встречается, когда вместе с приветствием говорят «здравствуйте», то есть желают здоровья. Там, хорошего дня, удачи, счастья. Немцы вообще ничего не желают. Они просто при встрече спрашивают что-то вроде «как оно?». Американцам тем вообще лень выговаривать слова целиком. Они просто при встрече произносят что-то вроде «Yeah!». А второй ему в ответ говорит «Yeah!». Ну, американцы не гонятся за разнообразием. Индусы при встрече говорят «Вижу Бога в твоем лице». Звучит лестно, но в индуизме тысячи разных богов, как хороших, так и плохих, поэтому еще поди пойми, кого он имел в виду. Только у нас при встрече уделяют повышенное внимание здоровью. В русском «здравствуйте», в украинском «здоровеньки булы». Непонятно, почему в прошедшем времени, да? Звучит как приятные воспоминания. «Здоровеньки булы», да, не то, что сейчас. Да, я сегодня не о языках, я хочу поговорить о нашей медицине. Мне кажется, именно благодаря ей... Испокон веков нам нужно чуть больше здоровья, чем другим нациям. Для начала расскажу одну историю. Она произошла в Беларуси, но могла легко произойти и у нас, и в любой другой постсоветской стране, где до сих пор жива постсоветская медицина. Так вот, один из моих коллег, его зовут Дима, он поехал на выходные к себе в Витебск, приехал в родной двор. Его первым встретила бездомная собака, которая долгие годы там живет, ее все знают, все подкармливают. Она как раз к Диминому приезду подготовилась, решила ощениться. Мама и щенки облепили Диму, облизали его с ног до головы, понюхали, что в чемодане. В общем, встречали так, как наши недавно встречали главу МВФ. Вечером Дима поехал к старым друзьям. Там они немножко выпили. Несколько раз. И, видимо, после встречи с друзьями Дима вернулся во двор совершенно другим человеком, потому что собака мало того, что его не узнала, так еще и увидела в этом неровно шагающем существе смертельную угрозу для своего потомства. Собака поступила как настоящая самка собаки и покусала Диме обе ноги. Дима взбежал к себе на шестой этаж, протрезвел. Укусы были не страшные, но было опасно, что собака могла быть бешеной, поэтому на всякий случай вызвали скорую. Скорая приехала. Я напоминаю, что действие происходит в Беларуси. Так вот, главный врач в бригаде скорой был индус. «Вижу Бога в твоем лице», — сказал он Диме при встрече.
Так вот, врач был индус, и Диму это очень насторожило. Зная, насколько в Индии легко относятся к смерти, Дима изначально не ждал какого-то особого подхода. И, в принципе, оказался прав, потому что из всех доступных современной медицине средств и методов врач выбрал самый надежный и проверенный. Он помазал раны йодом. На вопрос по поводу бешенства индус сказал, что пока непонятно, бешеная собака или нет. Поэтому делать вот те самые легендарные уколы в живот нет никакого смысла. На вопрос, что же тогда делать, доктор дал четкие указания. Пока на всякий случай пьем антибиотики и ждем. Диме и маме, как людям с высшим образованием, было очень интересно узнать, что значит пить антибиотики на всякий случай. Но гораздо интереснее им было узнать, сколько ждем, а главное, чего. Ответ специалиста был четким, понятным и ведь основанным на долгих годах практики. Дело в том, сказал он, что бешеные собаки долго не живут. Если в течение 10 дней собака не подохнет, значит, она не бешеная. Проследите за ней. Если что, звоните. Воспользовавшись тем ступором, в который впали Дима и мама, от такого обслуживания бригада удалилась. И Дима так и не успел задать главный вопрос, который его в тот момент интересовал. А как, собственно, долго живут бешеные люди? В любом случае, потянулся долгий 10-дневный эксперимент. Мама 3 раза в день на всякий случай кормила сына антибиотиками. А Дима целыми днями сидел на балконе и следил за собакой во дворе. Ставки для него были неимоверно высоки, потому что в случае положительного результата... А что интересно, положительным результатом врач считал смерть собаки. Да. Так вот, в случае положительного результата Диме светило не только куча уколов, но и несколько месяцев без алкоголя, а это, сами понимаете, для творческого человека практически крест на карьере. На 3-й день утром собака устала от своих детенышей, вышла на середину двора, пригрелась на солнышке и заснула. Спала она долго, крепко. Во сне не шевелилась. С 6-го этажа рассмотреть, дышит она или уже нет, было невозможно. Выходить на улицу нельзя. Дима сначала пытался свистеть, потом кричать, потом охрип. Никакого эффекта. На балконе стояло ведро со сливами. Мама собрала на даче. Перебросав где-то 1,5 кг, Дима наконец попал в несчастную собаку, и она к его радости вскочила и побежала к своим щенкам. Однако интрига сохранялась. Выяснилось, что спать на солнце – одно из самых любимых занятий собаки. Где-то 5-й день сливы в ведре закончились. А бросать собаку картошкой Дима как-то не решался, потому что была опасность убить подопытную до того, как ее убьет бешенство, и тогда бы его шанс узнать свой диагноз свелись бы к нулю. Тем временем во дворе все быстрее расползался слух о том, что недавно скорая кого-то забрала с бешенством. А так как назад скорая никого не привезла, то, скорее всего, тот бедолага уже помер. Весь двор начал подозрительно коситься на несчастную собаку. Она действительно выглядела не очень здоровой. Во-первых, из нее постоянно пили соки 8 подрастающих щенков. А во-вторых, в последние дни ей никак не удавалось выспаться. И я хочу Диму ненадолго оставить в этой сложной ситуации. Я расскажу, чем все закончилось. Давайте его поддержим аплодисментами. Ему сейчас очень непросто. Я пока хочу поговорить в целом о состоянии нашей замечательной медицины. И как бы я к ней ни относился, я все-таки комик. И моя профессиональная обязанность – это смотреть на все позитивно. Так вот, несмотря на все недочеты, минусы и бескрайнее поле для критики, я нашел оправдание тому, что происходит в наших больницах. Смотрите, в это сложно поверить, но наша система обслуживания больных является очень эффективным инструментом естественного отбора, благодаря которому в живых остаются только самые ловкие и сообразительные пациенты. Да, реально, я в сети нашел реальные объявления из наших реальных больниц, которые доказывают, что задача
нашей медицины – лечить только лучших представителей Homo sapiens и отсеивать недостойных. Итак, естественно, отбор в наших больницах начинается уже при входе в здание. Вот задачка на элементарную сообразительность, посмотрите. Формулировочка, да? Как видите, лечить будут только тех, кто каким-то образом оказался в поликлинике до того, как нашел туда вход. Как вариант, это те, вокруг кого строили поликлинику, да, у них больше всего шансов. Если вы каким-то образом попали внутрь, я вас поздравляю, но впереди еще много испытаний, и первое из них следующее. Без стука не входить, огромная просьба не стучать, да? Допустим, вы справились и каким-то образом умудрились постучать без стука. Следующая задачка уже со звездочкой. Внимание. Казалось бы, все. Game over, да? А я решил. Да, надо просто всегда, при любых обстоятельствах, даже сейчас у меня в кармане есть пара бахил. Надеваешь в коридоре, заходишь в кабинет, берешь новые. Если вы так же сообразительны, как и я, и выжили, не спешите расслабляться, потому что бесплатные врачи очень хитры и коварны. Это тот случай, когда человек вообще без зрения имеет более высокие шансы попасть к специалисту, чем тот, у кого есть хотя бы один глаз. В общем, после похода по всем этим кабинетам вам, естественно, понадобится помощь специалиста, причем именно вот этого специалиста, посмотрите. Ну, на первый взгляд может показаться, что это пихослах, либо ихопслох, тоже очень популярная профессия. В общем, пока вы поймете, что это психолог, вам уже действительно понадобится его помощь. Но и здесь вас ждет небольшой сюрприз. Вот, посмотрите. Здравствуйте, проходите. Я, конечно, советом не помогу, но посмотрю с удовольствием. Ну, единственная радость в том, что на дворе 21 век и покончено с очередями. Теперь для того, чтобы попасть на прием к специалисту, достаточно заранее записаться через интернет. Правда, здесь есть один небольшой нюанс. Вот посмотрите, предварительная запись к терапевту по интернету осуществляется в регистратуре. Окошко номер 3, да. Видимо, окошко номер 3 – это единственное место, куда провели интернет. Идем дальше. Здесь нужно просто смотреть и фантазировать. Вот, посмотрите. Я так понимаю, это первый в мире травмпункт, в котором есть постоянные клиенты. Только выписался и снова здравствуйте, да? Несмотря на все методики, оборудование, самыми эффективными методами лечения в наших больницах остаются такие психологические приемы. Знаете, по аналогии с добрым злым полицейским, это добрый и злой врач. Для начала злой врач, вот посмотрите. Мотивирует, да? Вот что должно быть написано на сигаретных пачках, на самом деле. Ну и, как обещал, врач добрый. Звучит как тост, и на этом, в принципе, можно было бы и закончить сегодняшнюю программу, но там не все так просто. На самом деле, за этими веселыми объявлениями стоит полуразвальная, малоэффективная махина, которая уже давно отжила свой век, но никак не может поменяться. Я про здравоохранение. Обидно даже за само слово «врач», которое из элиты интеллигенции их превратили в барых и вымогателей. И жаль саму эту нашу бесплатную медицину, которая пока еще вроде остается бесплатной, но уже давно окончательно перестала быть медициной. Мы погружаемся в капитализм, да, в общество, где все решает деньги, где все стоит денег и здоровье в том числе. Платная медицина, она у меня лично в первую очередь ассоциируется с Израилем. Это вполне объяснимо. Израильтяне, во-первых, лучше всех умеют зарабатывать.
А во-вторых, они больше всех любят болеть. Дальше по платной медицине, наверное, Швейцария. Страна обеспеченных пенсионеров с туманным прошлым. Как показывает практика, жить по законам Швейцарии может себе позволить только тот, кто не очень соблюдал законы у себя на родине. У нас тоже все больше появляется платных клиник. И да, действительно, там к тебе совершенно другое отношение. И улыбки, и здрасте, и постель с собой не нужно приносить. Там ты чувствуешь заботу, потому что главная задача платной медицины – это не дать пациенту умереть до того, как у него закончатся деньги. Но это на Западе. У наших клиник пока начальная стадия, у них пока задача быстро отбить все вложенные средства, причем в идеале, конечно, на первом же пациенте. Поэтому если ты обратился в нашу платную клинику, например, с насморком, будь готов, что лечить тебя будут намного интенсивнее, чем ты планировал. Тебе сделают все виды томограмм, УЗИ, заставят проглотить металлический шланг с камерой на конце, а второй такой же вставят в попу и будут двигать их, пока они не встретятся и не сфотографируют друг друга. Ну, это для того, потому что нос и кишечник, понимаете, он очень взаимосвязан, и там, ну, поверьте, там это лучше объяснят. У тебя найдут 3000 скрытых болезней, которые вот-вот себя проявят, да, если не сделать срочное полное переливание крови или трепанацию черепа. И даже если в платной клинике ты попал на порядочного доктора и тебе прописали те таблетки, которые нужно, игра не заканчивается. В бой вступает наша фармацевтика. А это очень коварный противник. По примерной статистике, до 40% лекарств у нас на рынке поддельные. То есть в каждой третьей таблетке интрига. Как бы, да, не забывай, парень, что и богатые, и бедные перед Богом все равны. Часто подделывают лекарства, которые рекламируют по телевизору, то есть те препараты, которые за счет рекламы стоят раз в 10 дороже, чем должны. Как по мне, я бы для начала, я бы запретил телевизионную рекламу лекарств. Вообще. Просто если верить ей, все проблемы человечества упираются в диарею и тяжесть в животе. А еще нам всем катастрофически не хватает полезных бактерий. Чувствуете себя разбитым? Принимайте таблетки для иммунитета. Серьезно? А я думал, что иммунитет – это как раз когда без таблеток. Или я не прав? Непонятно, почему вот эти рекламные ролики лекарств никто не проверяет на подлинность. Там иногда несут полнейшую чушь. Недавно появился ролик, мне очень нравится формулировка. Там вначале очень серьезным и глубоким голосом говорится фраза: 60% женщин испытывают усталость. Все. Что это за диагноз вообще такой? Да? Не возраст женщин, не род занятия, просто. Нет даже информации о том, где ж так классно устроились остальные 40%. Что они не испытывают усталость, да. И любая реклама лекарства, она всегда звучит как неоспоримый результат многолетних исследований всеми институтами мира, да. Британия, Оксфорд, что у вас по усталости женщин? Мы рассчитали, опросили всех женщин ровно 60%. США, Гарвард, что у вас? Такие же результаты, точь-точь 60%. Понятно, да. Украина? А? Сколько у вас? Что? А, да, ну, нас, да, вот как у товарищей, у нас прям вот, ну, все совпадает, да, полностью. Ну, раз у всех совпадает, так и запишем. 60% женщин чувствуют усталость. Ну, и само лекарство звучит в стиле «крем от усталости для женщин». Не путайте с мужской усталостью. Это разные вещи. Мужчина, он мог просто много работать там или что-то, а женская усталость – это другое, это… изнутри. Но просто те женщины, которые устают на работе, им некогда смотреть телевизор. Этот крем рассчитан на женщин, которые устали не работая. Я бы начинал реформу медицины именно с наведения порядка в фармацевтике, но у властей другие планы, и наведение порядка где-либо в эти планы пока не входит. Туда, где можно заработать, реформы никто не пустит.
Лет 8-10 назад, многие помнят, в стране началась активная антитабачная кампания. Люди перестали курить в кафе, в ресторанах. И действительно, у меня реально многие знакомые бросили. Это начало работать. Но что произошло? Появились электронные сигареты. Модные, стильные. А главный лозунг – они не так вредны для здоровья. Ну, начнем с того, что для того, кто курит, фраза «не так вредны» звучит примерно как «офигительно полезны». А во-вторых, мне интересно, что значит «не так вредны», да? То есть, если на обычных сигаретах пишут «курение вызывает импотенцию», да, то на электронных пишут «Минздрав предупреждает». Не переживай, ты просто устал. Я так понимаю, скоро появится электронная бутылка. Стильная, красивая, с жутко полезным для здоровья бухлом. Купишь ее долларов за 400, и ты уже не банальный алкаш, а какой-нибудь там, например, алкоюзер. Если у тех всех цирроз, то у тебя другое, у тебя мегапечень. Реформу начали ее совсем с другого. Начали ее с того, что ввели профессию семейный доктор. Звучит замечательно. Семейный. Как будто кто-то будет заботиться о вас и вашей семье. У меня в голове семейный доктор – это тот, кто в метель вваливается к вам в дом, в пенсне с саквояжем, сбрасывает на пол заснеженную шубу и с тревогой в голосе говорит: «Как Сереженька? Ничего, ничего, сейчас вытянем. Тихон, помогите кучеру выгрузить из телеги аппарат МРТ. Так вот, что касается наших семейных докторов, я почитал, все будет немножко не так. Из всего, что я перечислил, будет разве что метель. Метель, в которую вам вместе с Сереженькой придется идти в ту же самую больницу, куда и раньше, и ждать, пока вас примет доктор. Но не какой-нибудь, а именно ваш. Семейный. Да, правда, придется посидеть в той же очереди, потому что на каждого семейного доктора будет записана дружная семья из 2000 человек. Представляете, насколько в такой большой семье нельзя щелкать просто. Мне просто интересна эффективность работы такого доктора с 2000 пациентов. Да? Сколько раз в году одному человеку нужно обращаться за медицинской помощью? Я прикинул, раз 5. Да? Я взял среднее, просто есть минимум, да, такие пациенты, которые... О, температура 42,6. Отлично! Значит, организм борется. Надо просто пить больше чая, да. Это люди, которые переносят на ногах инфаркты. Самостоятельно переваривают воспаленный аппендикс, да, но у них больничная карта обычно состоит из двух записей. Первая – родился, вторая – умер по целому ряду причин. Ну и вторая крайность – это те, кто вызывает скорую 3 раза в день. «Доктор, я проснулся, у меня на спине ужасные шрамы. Я буду жить?» Думаю, да, просто в следующий раз перед сном постарайтесь расправить простынь и... До свидания. Ну, а остальную часть диагноза этого пациента врачи уже произносят сквозь зубы, спускаясь по лестнице к машине, да. И только они отъехали, снова звонок. «Алло, меня парализовало. Я не чувствую ног. Мы выезжаем, где вы? Я в туалете с телефоном». Так вот, я посчитал в среднем 5 раз. Иммунологи говорят, что до 6 болезней в год – это норма, так что я еще даже поскромничал. Итак, 2000 человек, 5 раз в год, 10 тысяч обращений к врачу, минус выходные и праздники. У меня получилось 45 человек в день. 8 часов делим на 45 – 11 минут на пациента. Это нормально? А заберите еще время на бумажки, справки, звонки и совещания – получится, что визит к семейному врачу будет примерно таким. «Ну что, Сереженька, живой? Ну ты держись. Удачи тебе и спасибо, что выбрал меня. Позови следующего, потому что время не ждет». Ну, видимо, власть не проводила таких сложных расчетов, которые провел я, и
Вообще, я бы не ждал, что в отечественное здравоохранение будут вкладывать душу люди, которые никогда им не пользовались и, в принципе, пользоваться не собираются. Лично их гораздо больше интересует уровень медицины в той же Швейцарии. Дороговато, конечно, но зато недалеко от будущего дома. Да и в целом, как бы цинично это ни звучало, наше государство не заинтересовано в том, чтобы люди в нем жили долго. Старики дорого обходятся. Им нужно платить пенсию, обеспечивать бесплатный проезд, льготные тарифы. Вот когда поднимали пенсионный возраст, главным аргументом было то, что люди стали больше жить. Вот ведь незадача. Не уследили. Здоровье пенсионеров стараются поддерживать на минимальном уровне, чтобы у человека раз в 5 лет хватало сил прийти и проголосовать за килограмм гречки, знаете. Так. Единственное, что помогает старикам продолжать жить, это понимание того, насколько дорого похорониться. Да. Не стоит ждать от реформ каких-то резких улучшений, она не направлена на изменение отношений между врачом и пациентом. Ее задача — изменить отношения между властью и системой здравоохранения, упростить управление, сократить количество ртов, освободить здания для более прибыльных вещей, чем лечение всяких там людей. А всякие там люди пусть по-прежнему общаются со всякими там врачами, это их личное дело. Помните Диму в начале программы? Тот, которого покусала бешеная собака, и врач-индус спасал его как мог. Дима выжил. Это хорошая новость. Дима выжил. И знаете, что его спасло? Его спасло то, что он не болел. Если бы бешенство проявилось, я думаю, к нему приехал бы еще один врач. Например, из Древнего Египта. Развел бы руками, сказал, так пожелал Анубис. И... Так что на фоне всего вышесказанного я желаю всем присутствующим настолько крепкого здоровья, чтобы у вас... не было причин обращаться в наши больницы. Это было Goodnight Show. До свидания, но при этом здравствуйте, здравствуйте и еще раз здравствуйте. Спасибо большое.